Дай-ка маме. Ребенок голодный. Хоть мы его и накормили, она с жадностью ест хлеб. Любой, черный, белый. Она просто ест хлеб. Это чудо, что ребенка нашли. Нашли на обочине. Она просто вдоль нее брела. Просто шла вдоль обочины. И даже не сопротивлялась, когда ее взяли. Маленький. Ты мама. Вот такой скелетик еще у нас. Да? Стой. Шея. Это называется шея? Ах ты ж моя девочка. Ничего. Все будет хорошо. Малышка. Ребята, у нас много тяжелых детей. Подобрали девочку, у нее жуткий цистит. Она писает кровью. Именно простуды, ребята. Где ребенок мог простыть, даже не представляю. Вот, девчушка молоденькая. Ей где-то 7 месяцев. Вот, сейчас начали лечение. Ребята, нам нужен манурал, а он очень дорогой. Я прошу вас, ребята, я показываю вам сейчас самых тяжелых. Да, моя девочка. Друзья, у нас новая страшная боль. Маленькая собака. Рост всего 35 сантиметров. Метис пуделя. Она больше года бегала от нас. А по пустырю мы не могли ее поймать. И вдруг она приползла сама. Это просто страшно. Запах. Собака гниет заживо. Когда глянули, что у нее, срочно отвезли к врачу. Ребят, предстоит операция. Нам предстоит... лечение. А мы выжаты, как лимоны. Да я прошу помощи для спасения этой малышки. Я прошу срочной помощи для вот этого истощенного, изможденного существа. Помогите маленькой. Помогите, нам необходимо ее вылечить. Необходимо ее спасти. Я не знаю, почему я говорю необходимо, потому что душа просит, сердце так вот ноет. И не могу без вас. Я могу только забрать. А вот вылечить сама не смогу. Помогите. Пожалуйста.